мы участвуем на чемпионате Украины, который является отборочным на чемпионат Европы, который пройдет в Бельгии 1-2 сентября. Наши ребята участвуют хорошо, и некоторые уже в призах, и многие из нас, из наших ребят, могут занять призовые места и побороться, попасть в сборную Украины, чтобы поехать в чемпионат Европы. Всем ребятам желаю провести турниры без травм, а также побольше побед. Я занимаюсь 3 года. Люблю выигрывать, потому что это прикольно, принести новую медаль домой. И поэтому я люблю все чемпионаты Украины, хожу на все. Моя мечта стать чемпионом мира по карате. Взять черный пояс и быть чемпионом. Вот Кирилл, я карате с 3 лет. На карате привел заниматься папа. Карате – это жизнь. Здесь нельзя проиграть и прийти домой плакать. Либо сидеть дома и играть в PlayStation. Это долгие и упорные тренировки и большой труд. У нас очень хорошая команда и хороший тренер.